Он еще у вас как мулит в кадре, ребята. А зачем он вам, если он мне нужен? А зачем он? Чтобы не пользоваться вашей электроэнергией. А почему? Потому что у меня есть временная, которой мы пока там пользуемся. Ваша же, это же ваша, это постоянная. Как, зачем? Зачем пускать вниз, дом заводить, потом из дома через подвал, через окно выводить. Чтоб сторожа хотя бы сидел, чтобы лампочка у него горела, зачем? Так, у нас же трансформатор, у нас же трансформатор, прямая схема, единственный дом. А трансформатор, договор, кто должен заключить на электроэнергии? ЖЭК. Почему не заключил? Вот когда он заключит. Так а почему не заключил? Получается, кабель мы убираем, а убери мне этот кабель, потому что я тут дом. Если, ну, так вот, я не понимаю, зачем он им нужен, я уже извиняюсь, не нужен. Все, ребята, берем кабель, хорошо, будем дальше. Да, девочки, блоков уже нет, так вы говорите. Кого? Блоков. Не, я не знаю, там, мы поехали посмотрим, но забор ставится согласно плану проекта производства. Согласно проекта нету забора там. Кого? Согласно проекта. Ну, моего проекта, другой проект есть. Алло. Да. Смотри, Обуховская, вот твои электрики, когда устанавливают счетчики, говорят, а вот у меня розетка не там, где нужно, они там тычут проект и говорят, а у нас по проекту так. Вот, надо сделать так, как человек хочет. Но я не буду приходить еще тыкать, что надо сделать с этими резетками. Сижу, как человек тычет, вы там объясняете. Пожалуйста, закрой рот, электрика, пускай делает так, как надо. Он по своему дому. А есть это самое? В меры квартиры? Есть. Есть уже? Есть. Вам пока, понимаете, пока не будет адреса, вам будет не скажешь. Но это можно, а можно же самолетать. Просто узнать. А он же делал рейхер, как он другом внимании, о каком другом проекте, который у вас. Нет, смотрите, вот вы, вот, допустим, живете долго-долго на каком-то месте. Тут пришла организация и начинает строить дом. Есть все документы. Они разрабатывают проект производства строительных работ. ППР называется. И согласно этого проекта они ставят там краны, делают заезды временные, заборы. Вот сейчас вот забор ставится, вот нравится, вам это не нравится, вот так как мне нарисовали план производства работ. То есть ваш дом это уже жилой давно, а сейчас мы делаем, как вот мы будем строить. И поэтому, ну, придется вам еще какие-то там 3-4 месяца потерпеть, а потом уберем этот забор. Но это, ну, это все, мы по закону все делаем. Сделаем над дорогой галерею, навес, и вот он будет до конца строить. Ну, а строительство закончим, а строительство в Бог даст закончим в следующем мае. На самом-то деле в 2 метрах, вот, вот сейчас. И между, между домами РУМ, который идет еще 2 метра. Почему мешают отнести эти блоки чуть дальше? Я уверен, что там открыть возможность объезда вокруг дома машинам, потому что это на момент закрыто. Да не можно, ну время надо. Ну хорошо, сейчас я уберу этот забор или ничего не уберу. Завтра кто-то из вас туда, извиняюсь, попрется. С краном упадет цегла. Что дальше, ребята? Кто первый побежит в прокуратуру? Вы же побежите первым. Поэтому пока забор будет стоять так, чтобы никого не убило. Вот и все. А потом сделаем галерею, когда чуть-чуть выше поднимемся. И будете ходить под навесом. Можно вас подготовить, например? Нельзя. Что мы заходим на ремонт, говорите, заключаем договора. Да. Потому что, например, сейчас люди же не заключили договора, на ремонт все не заходят. Когда, например, а что не заходит? Будут те, которые сейчас установили счетчики электрические, 19 человек, вот они будут. Но после того, как мы шнурок уберем, у них не будет электричества. Желание законно. Потому что мы там разделились на две группы, и вы видите между собой. Мы не разделяем. Мы вас жизнь поднимем. Это мы вообще в народе ремонт. А делаешь ли работу? Пользуются электроэнергией.
Так мы же вам даем пользуйтесь, вы сказали срок снять. По проекту производства работ, вот именно так должен стоять забор. Если я снищу его, и не дай вам правильно говорить, упадет кому-то на голову кирпич, я нарушу закон и буду за это отвечать. Мне лучше вас послушать, но не смещать. Нормально. Мы должны соблюдать нормы. Вот сейчас, как завтра, а когда оно поднимется на 3 этажа выше, сделается защитный козырек, ну галерея такая. И тогда можно его... То есть можем ориентироваться на третью очередь, как она построится, 3-4 этажа, и будет уберется вот эти камеры. Да, и будет галерея сделать. Галерея будет. На крышку, чтобы ходили, на крышку. Да, чтобы удобнее настроиться. Завидую тем, у кого туда окна выходят. Особенно на втором этаже. Извините за накал страстей. Не, нормально. Выведите нас тоже. Выведите нас тоже. С подстанцией... И адрес, пожалуйста, помогите. Ой, я вот что, а с адресом никак. Я лично не. А можно вы тоже напишите, пожалуйста. Мы вам поможем. Если они нас не слышали. Ну, да, конечно, только на месте надо сослаться. И можете записать мой телефон, если не будет кто-то совести, позвоните. Нет, серьезно. Это, кстати, очень хороший электрик, и фирма, не знаю, что.